Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Персидская притча, она называется «Кошелек». Потерял богач кошелек, где было 200 золотых монет, и поклялся, кто найдет кошелек, получит ровно половину монет. Один из его слуг нашел кошелек и вернул ему. А богач был очень жадный. Он сразу же позабыл о своем обещании и не захотел дать своему слуге 100 золотых. Чтобы отделаться от него, он сказал слуге: «Кроме этих золотых монет, в кошельке был драгоценный камень. Верни его и получишь свою долю». Пошел слуга к судье и рассказал ему все, как было. Судья пригласил обоих в суд. «Ты говоришь, что у тебя в кошельке было 200 золотых и драгоценный камень», — сказал судья богатому. «А в этом кошельке нет камня, значит, это не твой кошелек. Отдай его слуге, пока не найдется хозяин». «А ты продолжай кричать, что потерял кошелек, где было 200 золотых и драгоценный камень. Может, он и найдется». Тогда, не говоря ни слова, богатый отдал слуге 100 золотых, да еще и заплатил 10 золотых штрафа. Вот такая персидская притча, она называется «Кошелек». Пока-пока, до свидания.